Я думаю, я это правильно делаю или нет? Обязательно. Не надо ни на что смотреть. Ты возвестил, за это уже не отвечаешь. И не просто сказала, убежала, а если потребуется, разъяснить. По-другому нигде. Евнух и Филипп оба сошли в воду. И крестили близ Енона, где много воды. А если много воды, для чего говорится много? Погружение? Да у нее во всех требниках везде написано, есть погружение. Да, да. Сегодня только одна женщина пришла тоже. У нее рука сломана. И как бы она такая повешена. И ей говорят, ничего, вам польют по голове. И все хорошо будет. Ну, я с ней поговорил, я убедил, чтобы она сегодня не крестила. Она одежду не взяла даже. Я убедил, чтобы завтра она вместе с нашими, с Ксенией, со всеми пришла. И она ушла сегодня, вычеркнули ее мы. И завтра должна прийти, если Бог даст, уже с одеждой совсем. И тоже полное погружение будет. Ну, слава Иисусу. Я максимально стараюсь им раздать после Евангелия. Памятки всевозможные делаю, раздаю им, чтобы потом хоть что-то осталось. Но влиять особо не могу. Только вот так влияю, потому что у меня нет доступа пока. Да, слава Богу. У меня настоятель уехал к вам в Барнаул, улетел. Кстати говоря, не знаю зачем, почему, но улетел в Барнаул. Ну вот так, Игнат Тихонович, вот только это хотел спросить. Слава Богу. Ну все, с Богом. Ну, книга делается, сейчас вот Ирина пришлет новое, свои изменения, эти исправления, и мы их внесем. Так, с, с фотографиями, которые еще есть несколько, я могу прислать. Фотографии моря. Сейчас Николай Сироткин там работает с этим. Ну, пришлите, я все равно его отправлю. Ладно, пускай он делает. Может, 4 сделать на одну страницу, 2, а которые уже, видно, много людей, это на полную страницу. Еще раз. Я хотел еще спросить про «Для Слова Божия нет уз». Я так по часу, по два иногда в день начинаю делать. Ее, эту книгу компоновали Судников и Балашов, да, священники? Как Священников, повторите? Ее, эту книгу делал Нафанаил Судников. Да. И священник Балашов фамилия. Да, он большую должность занимает в патриархии. По внешним отношениям. Ага. То есть эту книгу не вы писали, не вы как бы делали, компоновали, а они? Нет, да? Они только начало сделали там, 2 статьи, остальное мое, все. Ага. Материалы, там все документы, что писали, говорили, комиссия, они никакого отношения не имеют к этому. Ну так вот написали, написали и все. Что? Нафанаил там помогал еще что-то где-то, а с Николаем Балашовым никаких встреч не было. Ну, только то, что он сказал о моей свободе, когда я освободился, вот это все поместили. Магнитофонизация Сибири. Я вот тут на много раз, я сейчас прочитываю, на много раз смотрю и думаю, как правильно документы скомпоновать. Думаете? Они-то у вас хорошо скомпонованы, но вот там в конце начинается уже как бы в подряд все идет просто. Так, меня вызывают. Так, все, все, согласен. Польша телеграмма, меня вызывают. Поехал. Все, с Богом. С Богом. Благодарю за звонок. Я так рад.